Снегу на него немало. Надо думать, добрый урожай будет. В калмыцком совхозе Степной 77-й год был удачным. 30 тысяч тонн зерна намолотили. А это ведь Сарпинский район, засушливая степь. Выручает техника. Тракторов больше 100, комбайнов 60. 40 из них уже отремонтированы. Славится совхоз кадрами механизаторов. Профессию эту передают по наследству. Все их заботы сегодня о предстоящем урожае.